выпускники школ всегда сталкиваются с необходимостью выбора будущей профессии. Региональная акция ЕГЭ «Осознанность. Профориентация» при поддержке Торгово-промышленной палаты ежегодно помогает тысячам учеников определиться с ответственным шагом. Они знают, что есть юристы, есть менеджеры, маркетологи, это, наверное, сейчас самое популярное, да, есть IT-специальность. Но какие конкретно профессии в этих направлениях, да, чем именно можно заниматься и в каком направлении двигаться, вот в этом мы и пытаемся им помочь. Ученикам помогли определить свои сильные стороны, найти направление, которое привлекает больше всего, решить, какие предметы они будут сдавать на ЕГЭ. Несмотря на то, что единый государственный экзамен ждет выпускников только летом, определиться с выбором предметов необходимо уже сейчас. Выпускники 11 классов до 1 февраля будут подавать заявление на сдачу ЕГЭ. Запись у нас с 1 декабря началась на единый государственный экзамен. Запись можно записаться через портал государственных муниципальных услуг Московской области. По статистике, только 30% школьников на момент сдачи ЕГЭ точно знают, кем хотят работать в будущем. Но на данный момент все больше выпускников стремятся выучиться на профессии узких специализаций. На сегодняшний день, к большому счастью, уходит перекос со стороны менеджмента, юриспруденции, то, что было в прошлые годы. Ребята с удовольствием выбирают рабочие специальности. У нас сейчас огромный поток стремится, например, быть геологами, инженерию идут учиться. То есть это очень круто. Ну и IT-специалисты. IT-специалисты сейчас лидируют. Школьники поделились, кем хотят стать в будущем. Небольшая такая цель есть, может быть, даже стать учителем, преподавателем. Хотелось бы работать вообще стюардессой в аэропорту, может быть. Профориентационные мероприятия помогают школьникам определиться со сферой деятельности и сделать свой выбор осознанно, исходя из собственных желаний и навыков. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.